Друзья мои, всем большой привет! Рада, что вы со мной, что вы смотрите. Смотрите, что вам хочу показать. Ветер поменялся, сейчас дует север, холодный север. Небо пасмурное, но оно не пасмурное не от смога. Оно пасмурное, потому что прошел дождь, натянули тучки. Вот, а что я вам это снимаю? Ну, поделиться этой радостью. Слава Богу, что восток перестал дуть. И сейчас посмотрите, что произошло после дождя. Вот почему во рту был кислый привкус. Друзья, прошел кислотный дождь. Смотрите, как мне побило цветы. Смотрите, в каком они состоянии. Видите, все в точках. Я с утра как-то не обратила на это внимания. Сами знаете, там бегаешь, хозяйство туда-сюда. А тут что-то подошла. Думаю, не поняла, что с цветами. Смотрите. Вот на картошке я такого не замечаю. Видимо, все-таки цветы, они нежнее. Эти-то все-таки листики, наверное, поплотнее, потолще. А может, еще и проявится. Но факт того, что дождь где-то был часа, может, 3 назад, вот на цветах уже я такой вот наблюдаю. Вы представляете? Вот, смотрите, петуньи в точках. Видите? Вот, смотрите, что творится. Вот, ничего с этим не сделаешь. Вот, такой красивый тоже. Ой, что это? Тоже, смотрите, в точках все. Вот, виолы. Тут ящик Пандоры. Вот, смотрите, что с ними. Как жалко, наверное, подпадают. Они должны быть вот такими. А видите, что с ними стало? Вот, друзья, последствия смога, который вызвал кислотный дождь. Что ж, друзья, на этом я буду заканчивать свое коротенькое видео. Желаю всем всего самого хорошего. Всем добра-добра. Подписывайтесь на мой канал. Я буду всем очень рада. Еще раз повторяю, я никогда ни от кого не отписываюсь. Всем пока-пока.